Приветствую, друзья, на канале Bubble Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем играть игрушку под названием Seven Days to Die. Как видите, я уже зашел в игру. Главное, что тупо, что я сделал, я не дождался утра. И вышел, типа, игру закончил, потому что было поздно уже, и ну нахуй, потом зайду, и все нормально будет. Я, короче, зашел, и тут пришла вторая волна, короче, я просрал все патроны. Дропнули мне чуть-чуть... зомбаки дропнули бабосиков, дропнули, да, дропнули акусиков, тагалим и жачку, и вот всякое по мелочи, да, ничего такого толкового не получилось. Короче, я в минусе остался. Ну ничего, зато мы опыт подняли, мы, кажется, на два уровня подняли, да? Да, два уровня подняли, пока мы их убивали. Так что сегодня в планах у нас сделать бетономешалку, как минимум. Это надо нам прокачать вот это. Мастер, да, создавайте верстаки, циркулярные станки, бетономешалки, сделайте их с помощью, ну да, быстрее. Вот. Это делаем. Короче, интеллект я тоже поставлю одну штучку. Дальше, механик. Мастер по мини-байкам. Ну, мне надо, все равно надо идти в ту сторону. Ну, не, лучше сначала знаешь, что сделаем, друзья. Сначала мы, короче, займемся. Создаем химилаторию вот этим. Хим-лаборатория, профессор. Так, и что у нас остается? Одно очко остается, да? Что у нас здесь есть? Удар. Ну, это мы не будем сейчас, это уже будет в дальнейшем. Драчун, высокий фактор исцеления, правильное кардио. Так, что у нас здесь? Долбатели у нас мы можем приобрести. Нет, нам надо уровень силы 7. Значит, вбахаем в силу одно очко. А, тут уже 2 идет, да? Ах ты ж жопа. Ну, тогда сделаем, возьмем вес, чтобы еще 3 предмета без последствий. Замечательно. Женская сумочка. Так, сейчас мы можем носить лично 3 больше приметиков. Это неплохо. Короче, да, дальше, значит, что мы делаем? Так, проверяем, что у нас по статусу, что у нас поломано, что не поломано. Так, у нас еще есть бетон с собой. Да, у нас есть все то, что нам надо. Проверяем урон, который нам нанесли. Ну, скорее всего, будет в этой стороне только чуть-чуть, потому что тут, блин, целая хуевая туча зомбарей была. Да, как видите, я тут сам еще пострелял. Что ходит? Ну, давай иди сюда тогда уже. Ну здесь я больше сам продамажил. Здравствуйте, здравствуйте, давай сюда. Ну иди сюда, тварь. Ой, блять. Вот. Сам продамажил, не зомбари, блин, потому что я в конце уже дробашом стрелял, короче, чтобы всех завалить, паскудников. Вот. Плохо здесь видно на этих блоках. Мы потом, короче... Так, что это? Есть, что-то есть. Ну, это опять же, я говорю, это не зомбари, это я сам, блядь, дробашом покоцал их. Потому что дробаша коцал. Да, ну здесь я тут пострелял, блядь, чуть-чуть. Так, тут ничего нет, ничего нет, ничего нет, ничего нет. Так, 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 окей. Это мы сейчас раздолбаем, где наш топор. Что-то нам сейчас не нужно, патрон все равно здесь нету. А у дробаша еще остались патроши. Это можно выбрать, это потом положим обратно. Так, что у нас лопату надо. Короче, ну, сейчас ставим обратно все. На свои слоты. Что мы нам в приоритете, да? А, пуху можно было бы взять. Так, нож все равно надо чинить. Так, что у нас с едой? Можем как раз скушать. То, что мы дропнули. Ну да, нам дали 2 мультивитамина. Это очень хорошо. Сможем без последствий потом. Так, топорчик. Ах ты, блин, да ты... Поэтому надо... А зачем я вообще их срубаю? Вот пацаны тут уже... Поработали чуть-чуть, да? А, нет, это я сам работал, походу, да? Да, это я сам. Потому что, ну, пофиксим это, пусть пока что стоит здесь. Оно наесть не просит, когда надо будет идти уже копать дальше. Потому что я пока что копать не буду дальше. Нам пока что нормально, хватает этого. Мы просто потом укрепим еще... Что, где доскнет? А, хорошо, ясно, понял. Мы потом укрепим оборону. Так, проверяем, что еще у нас здесь есть. Что-нибудь еще покоцали. Да, я только покоцал, только землю покоцал. Вот и все, что я покоцал. Ну, было бы краску забутить. Ну ладно, хуйня с краской. Ну, с краской мне, короче, я не знаю, в предыдущей... Короче, я у себя
на другом аккаунте тоже покупал Хим Лабораторию, потому что я не мог найти эту сраную мензурку нигде. Я лазил, шастал, искал, ничего не нашел нигде. Так что очень обидно. Так, ладно, короче, что нам надо? Нам надо что? Нам надо что для что на бетономешалке надо? Так, 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 что надо для бетономешалки? Где надо бетономешалочка? А, кстати, сначала надо сделать стол. Вот, верстак надо сделать сначала. Что для верстака надо? Молоток у нас есть, гаечный ключ есть, механические части, да, все это у нас есть. Пошли, заходим за него. Верстак, значит, все сделаем верстак, бетономешалку. Да, кто-то даже ломился в двери, только не знаю зачем. Ой, а что так светло? Я же гамму не включал. Подожди, сейчас, друзья. Настройки, видео. Ну, 47, как и было. Ну, просто слишком много факелов. Так, дружище, ты уже выходи отсюда. Не надо тебе тут гореть больше. Слишком глина. У нас очень много глины здесь. Латунь. А, кстати, мы можем, знаете, что сделать, друзья? Пока у нас там латунь. Можем забубенить. Так, гвозди нам нужны будут? Гвозди нам нужны будут, да. Нам нужны будут гвозди. Так, гвозди. Свинец. Ладно, все сделаем сюда. Пусть выберем это все. Так как нам надо глина. Чтобы не просрать. А вообще, глина вообще нам не надо париться. Глина нам не нужна. Ну, сделаем банки. Так, хорошо, так, нам надо, короче, сейчас бы не, главное не просрать нужный нам инструмент. Где наши запчасти здесь он был? Так, это сюда. Это выложим пока что сюда. Что надо еще было? Молоток сюда. Этот выложим сюда, хоть он тоже первого уровня, но он побольше хп у него. Итак, что нам надо для столка еще? 25 слитков, да? 25 слитков. Слитки. Заберем еще. Механические части. Кажется, все, да? Да. И верстак будем один делать, нам больше не нужно. 4 минуты, ёшки-матрешки. Довольно-таки долго. Дальше что у нас будет? Вот бетономешалка, конечно. Так, бетон, 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 бетон. Нам нужен бетон. Нету нас здесь? Да, начнем скрыть, там найдем только его. Да, здесь нет, не вижу. Ладно, это херня. Мелочи жизни. Что с едой, что с водой? Это можно так. Так. Выпьем это. А что у нас под жрачки? На жрачки нет, да? Ага, понял, понял. У нас же все здесь жарится. Вот же. Жарится, парится. Это можно скушать. Это можно скушать. Кукурузный хлеб делаем дальше. 17 штучек. Неплохо. 23 минуты. Нормально, хватит времени. Такс. Дальше, 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 дальше. Что нам дальше надо? Кстати, а когда мы сможем делать пистолет? Или мы его только найти можем? Ну ладно, это, скорее всего, верстаки надо смотреть. Ладно, верстак сейчас будет уже готов, да, 2 минуты. Пошли его посмотрим, куда можно забубенить. А, кстати, я же еще верхний застроил. Ешь ты, матрешки. Блок из плитника, вот все, сюда. 300 штук. Не надо так много нам, кстати, сейчас отменим. Слишком много. 300 штук нам не надо. Сделаем пока что 100, например. Вот так. Так, где мы там вылазили здесь? Да, здесь вылазили. И нет, не здесь, а где-то в другом месте. Окей. Я как-то еще спускался вниз где-то. А, вот, вот, а я здесь спускался вниз. Окей. Так, значит, так, определимся, здесь у нас будет... Где-то мы сюда верстак поставим. В этом районе. И здесь еще мы полезем ящик какие-нибудь. Кстати, можем ящики сделать? Можем ящик. У нас есть гвозди. Которых я не взял, конечно. Они остались в этом, в плавильне. Давай уже. 1 минута 40 секунд. Окей, хорошо. Так, что у нас с водой и едой? Блин, еще еды надо было взять, покушать. Так, 530 денежек у нас есть. Это поменяемый. Это хорошо.
Жирочек, кости, а, клей. Ну, клей я сейчас не буду делать, я буду сейчас пытаться химлабораторию забубенить. Сколько химлаборатория стоит? Сейчас бы еще найти ее, блядь. Химлаборатория будет где-то здесь, скорее всего. Тут верстак. А, вот еще что надо сделать. Кузница надо сделать. Блин, это очень много, блин. Ну ладно, хоть одно мы сделаем, это точно. Чтобы там хоть металл нам... Потом в дальнейшем еще добавим парочку. А вот химлаборатория... Да, верстаки делать, нам надо кастрюлю. Вот минзу, мерный стакан. Я не знаю, где его приобрести, блин. Я не могу, нигде его не нашел. И делать я тоже не знаю, где его можно сделать. Это вообще жопа, конечно. Вообще ужасно. Не знаю, если, друзья, если подскажите, пожалуйста. В комментиках под видео. Потому что, ну, я не знаю, опять, я думаю, буду будет тут искать, рыскать. И хер раз найду я в эту всю тему. Но печально, короче. Это очень печально. Ну да ладно. Так, короче. Мы сейчас сделаем... наш верстак. И тогда поедем. Пойдем дальше, смотреть, что у нас есть зарезы. И может быть даже получится бетон-мешалку сделать. А если нет, то пойдем гулять, зачищать территорию. Может быть, что-нибудь там найдем. Патрошек у нас, конечно, нету. Это мы пофиксим. Даже ничего не будем фиксить, кстати. Не будем. Мы будем экономить. Иди сюда, дорогуша. Верстак. Так. Не, поставим его сюда. Вот так. Так, химлаборатория, да? Ну да, видите, железные трубки, это все у нас, конечно, будет, только не сейчас. Что можем еще здесь делать? То, что мы... Так, это, ну, все взрывное, инструменты, ведра, ловушки, кисточка. У нас есть кисточки, не надо. Кастрюли взрывные, черчасти, это тоже нам уже, тигель, это нам будет нужно в дальнейшем, надеюсь, а может быть найдем даже. Мини-байк можно было, конечно, забубенить, но... Сейчас посмотрим, сколько это будет, так, сколько стоит эти запчасти, да, все, руль, и все остальные запчасти мотоцикла, да. Где у нас тут получается, руль, мини-байк, ага, у меня даже не открыто, я не могу крафтить, надо ждать. Уровня. Ну да ладно, черт с ним, ничего страшного. Подождем. Так, седое, это у нас тут понятно. Ну вот, нам надо металлическая мебель. А мы тут еще не будем, можем? Не, нам вот это надо, хранилище. Пошли за гвоздями. Так, гвозди соберем сейчас. И спокойно. Ноги не сломать, главное. Так. Так, что нам... А, гвозди надо было забрать. Так, гвозди и покушать нам надо заодно. Как раз хлебушек готов. Блять. Так, иди сюда. А, кстати, я могу сделать хранилище чуть-чуть помощнее. Которое будет занимать меньше места. Не помню точно, или мне кажется, нет. Она, кажется, уже закрыта, да? Мебель. Она в мебели была до этого. Да, она еще закрыта. Ладно, черт с ним. Гвозди. А зачем ты переделываешь мне вот это? А ну-ка. Сбрысни. Так, окей. Окей. Что у нас здесь? Так, кофе. Это можно пока что выложить. Потом это перетащим. Нам бы краску еще приобрести, блин. Но у нас нету краски. А, кстати, у нас, может, надежда с ним есть. Я просто хочу сразу пометить... Да, вот. Модификации. Снять. Разломать. Сколько будет краски, не знаю точно. 15. Нормально. Здесь есть краска, здесь тоже есть модификации. Это... Снимаем его. Будет тест 30, да, уже краски у нас получается, да, 30. Так, все, везде краску снимем, потому что она здесь пока что не нужна. Тут нету краски, здесь тоже нету краски. Вот здесь есть краска. Блин, одеть. Модификации. А, это вытаскиваем. Разламливаем. Банан нету, тут нету, здесь нету, здесь нету.
Тут не будет. Тут будет, наверное, да. Ну и тут какая-то розовая шняга, уберем ее отсюда. Не нравится мне такая вот ненатуральная обувь. А, тут даже зеленые, блин, они были прикольные. Нормально. А ну, короче, так и оставим. Пусть поле. Зеленые штанишки. Так, кисточка у нас была, да? Да, да, кисточка у нас есть. Отлично. Кисточку поставим сюда. Ящички, ящички. Так, это мы заберем. Окей. Калаш, калаш, калаш мы разберем. Не буду даже продавать, нам запчасти будут важнее, и это тоже разберем. Потом мы сложим, может быть, более мощный калашник. Оф. Так, дальше, дальше, дальше. Денежки, денежки, где мне денежки хранились? Денежки хранились, мне кажется, здесь, да? Я сюда их закинул, да. Идите сюда пока что. И лекарства сюда идут, и жир, мясо. Это нам пригодится потом, в дальнейшем, когда мы будем крафтить фермы. Так, цемента у нас дохерища. Так, пружины. Мотор у нас есть, аккумулятор есть, масло есть. Уголь у нас есть, чтобы сделать колеса. А у нас вот еще краска же есть. Отлично. Бинс есть. Так, 16 клея. Мы сейчас сделаем с клея изоленту. Супер. Запчасть аккумулятора сюда. Нет, это не сюда, а вот сюда. Сюда, дорогуша. Отлично. Так, кожа. И что нам надо? Ремонтный набор делается. Ну, не нужен нам сейчас. Потом пригодится, конечно. Дробаш сюда. Так, пошли шкафчики поставим парочку, чтобы уже разгружаться и понемножку переносить все сюда. Пушку сейчас перезарядим. Она тут, наверное, вчера выстрелила уже все, что было. Куда тебе поставить? Не знаю. Ну, давай сюда. Давай сюда. О, здравствуйте, ползет там тварь одна, видите? Сейчас подойдет, получит по лицу. А, он пополз в другое направление. В другом направлении, так, окей. Ладно, пошли наверх. Поставим пару ящичков. Отлично. Потом построим уже крышу над головой. Так, ящички мы поставим где-то здесь. Ящички. Ящички. Вот такие хранилища сделаем. Да, сделаем 4. Пока что нам будет нормально. Пока это делается, можем забубенить крышу. Пока крафтится. Я пока что сделаю полностью, закрою. Потом лезть надо будет, мы, ну, скорее всего, надо будет попозже уже выход наверх. Потом уже поменяем. Так, сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16 блоков. И у нас все хватит полностью. Закрывай. Окна не буду закрывать. Может, потом мы поставим стекла. Ну, не знаю, так, чисто ради уюта домашнего, как говорится. В данных условиях, да. Вот. Но там галимые текстуры, стекла не грязные какие-то. Надо что-то найти в первую очередь. И потом, мне кажется, более какие-то окна можно найти еще. Не знаю точно. Не буду врать. Мне кажется, там есть еще какие-то другие текстурки по поводу окон. Отлично, так, все, 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 отлично. Вот так это у нас пока что выглядит. Сколько булыжников? Уже 41 булыжник остался. Ой, нормально. Это нам пригодится. Внизу мы поставим там. Так, короче, ставим. Можно тут поменять всякие разные вещи. Можно туда сделать будку, всякие колеса. Но мы делаем пока что простой. 1, 2, 3, 4. Следующее, что мы берем, нажимаем кисточку, нажимаем, зажимаем, нет, не Т, а R, блять, R, латинскую, да, и, короче, что мы, короче, давайте сначала еду нанесем, ой, левой, правой кнопкой мыши, да, так, хорошо, здесь мы
забубеним что-то вот на такого подобия, да? Вот. Сюда мы нарисуем, блин. Сюда мы нарисуем вот такое. А сюда, блин, что ж ты таб нажимаю все время. А здесь мы сделаем вот такие. Патрон, что были отдельно, все было отдельно. Отлично, сейчас распределяем, что у нас здесь осталось. Еда есть тут? Нету. Так, что у нас с медициной здесь есть? Что-то с медициной? Нету. С оружия можно вот это выложить. Патрошев нету, патрошев нету. Патроши есть. Бензопила пусть будет. Патроши. Так, тут нет, у нас ничего нету. Хорошо, пусть остается пока что. И смотрим, что надо для бетономешалки. Надо желательно, по крайней мере, две. Ну, построим хоть одну, если нам получится сделать даже одну. Так, у нас есть сейчас довольно-таки много пластмассы. Блин, сюда идешь. Бетономешалка. Она будет где-то здесь, скорее всего, да? Тигель. Там кто-то ломится где-то. Или здесь, скорее всего, да, строительство будет. Нет? В доме, блядь. Вот это дубина. Так, где? Вот она, бетономешалка. Что нам не хватает? Нам надо мотор, пружины. И мы можем даже сделать две бетономешалки. Да, сделаем две бетономешалки. Нет, две. Одну. Поначалу одну. И один... И одну кузню сделаем. Чтобы у нас... Это мы сейчас разберем здесь. Так. Пружины. Пружины есть. У нас что еще нам было? Мотор. Ну, мотор потом найдем еще, конечно, цемент. Надо нам взять. Это надо будет взять. Вот единственное, что камня нет, вот это плохо. Потому что мы сможем сразу запустить производство. Как говорится, этого. Забыл, как называется. Цемент, песка и то, что нужен камень. Ну ладно, мы тут можем в шахту ломануться, потом чуть-чуть полазить, покопать. Что тебе энергии не хватает? Ты что, издеваешься, чувак? Нихуя он тратит энергию на один удар. Писец. Да успокоился бы ты, ёпта, ты так много энергии тратишь. Так, ну получаем кожу, но мы не... Ну, по большому счету нормально. Кожу получили мы. Изолента мы логично не получим. Или что вроде от таких материалов, да? Тут сталь тоже мы не получим, скорее всего, да? Камни только. Так, еду забираем, сколько сможем унести. Так, дальше что у нас? Идем делать тогда... Ой-ой-ой-ой-ой, тяжело. Идем делать кузню и идем делать... бетономешалку. Нет, у нас там станок. Так, бетономешалка изготовить. А, где у нас кузня? Чуть не хватает. Короткие трубы. Твою дивизию. Ладно, сейчас разгрузимся тогда. Еду мы выложим. Нет, спирт это у нас медицина. Так, грибочки, жир. Это туда положим пока что. Семена. Спирт у нас нужен тут. Денежку положим, ладно. Жрачки пока что. На данной стадии. Так, витаминки. Витаминки сюда. Спирт тоже сюда. Грязную воду мы сюда положим пока что. Вот. Пиво тоже сюда. Сделаем потом отдельный бар, потом. Ну, вот сейчас это не горит нам. Это сейчас не основное, да? Так, оружие. Дробаш. У нас там были патроны, да, у нас там были. А вот еще шрида осталось у нас. Цветы я положу сюда, потому что цветы, но хоть она только нам нужна будет для краски изготовления, пусть она там остается, неважно. Так, я бы еще пару ящичков сделал, кстати говоря. Изготовить один только получается, да, гвоздей не хватает. Ну ладно, черт с ним. И туда закинем всякую разную роду инструменты. Там, вот это, вот такое. Так, иди сюда. Так, семерочка. Ну что, мы все можем сюда поставить. Вот даже у нас будет допуск к инвентарю, да, все отлично. Чтобы. У нас вроде бы место есть, но. Ой-ой-ой, нет, я хотел сделать.
Я хотел сделать вот что. Чтобы удалить, нажимаем левую кнопку мышки и все. И у нас сразу все срабатывает. Сюда мы ложим. Пока что мы положим цемент. Камни. Песок. Глина. И вот это вот. Доски пристроить, потому что пионерам понадобится. Ну, так, хорошо. Пошли вниз. Так. Осторожненько. Отлично. Да, хорошо. Замечательно. Так, сейчас надо с костра убрать. Ну, это можно и так, конечно. Поэтому ничего за это не получим. Ну да ладно. Забираем все. Да, все забрали, да. Отлично. Это мы тоже подбираем. Трубы. Забираем. Забираем все, что можем. Так, больше ничего не можем. Окей, погнали. Сейчас переедем в другую базу, и все будет отличненько. Замечательно. Так, хорошо. Так, потом, честно, будет... Так, кузня уже готова, скорее всего, да? А, кузню мы не запустили, потому что у нас не было... Вот чего нам не было. Глинистый... Глинистый грунт у нас есть это здесь. Так, ладно. Вот сейчас выложим это все. Ой-ой-ой, как медленно идем. Отлично, так, хорошо. Что у нас здесь? Медицина. Что еще из медицины у нас здесь есть? Так, чай, это кофе здесь. Вода сюда, туда, да. Так, вода у нас сюда идет. Еда тоже сюда. Что это у нас? Шишки какие-то. Химия. Химия идет сюда. Бумага тоже пока что идет сюда. Бетон мешал готово. А где наш... Что тебе опять не хватает? Маленький камень. Кузня есть. Изготовить. Костер. Изготовить. Пусть делается здесь пока что. Дальше. Что у нас еще осталось? У нас здесь еще осталось. Надо выложить вот такую вещь. Отлично. Бетономешалка. Отдайте бетономешалку, пожалуйста. А я уже забрал ее, да? Где она? А, вот она. Сейчас пойдем. А, у нас же нету металла, блин. Я поставлю где-то сюда ее. Отлично. Что мы можем сделать здесь? Дробленый песок. Нет, нам не нужен дробленый песок пока что. О, шишки, блин. Шишки, ну вот эти, блин. Вот эти шишки, блин. Ну надо высадить нам вот это. Ну, пока что сюда положим. Отдельно потом сделаем. Для этого все дело. Ящичек для всякой мелочевки, да, там. Ай, сюда. Так. Сюда, сюда, сюда. Это нам понадобится сейчас. Это сюда, 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 сюда. Так, это нам пусть пока что поставить здесь. Сюда. Так, мотор тоже туда. Гвозди. Кстати, можем сделать еще один ящик. Давайте еще один ящик сделаем. А туда уже будем скидывать вот что мы могли туда скинуть? Оружие? Нет, детали, всякое остальное. Надо другое сделать где-то. Помещение для этого дела. Так, что мы сюда туда поставим? Да ебш ты матрешки, матрешки. Так, что мы можем туда сделать? Так, 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 так. Не знаю даже, блин. Даже не знаю, как так обозначить, чтобы... Да просто вот такую сделаем коробку. Так. Со всех сторон, да, да. Красава вот так. У нас тут будет всякие мелочок валяться. Например... Вот, например... Нет. Вот такие вещи. А здесь мы будем чисто хранить ну, булыжники и минералы, короче. А здесь в этом будет ящик у нас туда стоит всякая технология. Вот такие вот вещички. Сталь, кожа, свинец. Это сюда. Мы это положим сейчас. Не то что крафтиться, а молоться. Не молоться, не знаю, как это назвать.
Так, это тоже можно сюда пока что положить, но все равно ничего не хватит сделать. Что здесь осталось у нас? Минералы, да-да, цемент, бетон, все остальное. Так, друзья, короче, пойду сейчас покопаю камни. Вернусь вам, как только сроки закончу, чтобы не растягивать видео на километр. Ну так, друзья, короче, маленький апгрейдик. Я поставил еще одну бетонную мешалку, чтобы типа с песком разобраться. Мы закрафтили бетончик уже, да. Вот, крафтится еще целая куча. Поставили еще парочку. На все нам хватило полностью ресов, да. У нас восьмой день, до сих пор еще 18.40, 15. Короче, пошли улучшать сейчас тогда нашу основание, нашей базы. То бишь, как обычно. Идем укреплять наш стержень, как говорится, да. Вот эту тему. Потому что ее в первую очередь надо укрепить, чтобы от грехов подальше, как говорится. Потом мы займемся здесь уже копать, будем дальше уже потом сами уже, да. Так, все, сейчас уже будет, у нас уже будет бетон. Останется только у нас его в сталь переделать. Это отличненько. Вот, замечательно, все отлично, вышли. Потом там будет у нас генераторная. Короче, там такие вот фишки у нас будут дальше проходить с этой системой всей. Так. Вот это с этим открыванием, блин, не реагирует. Надо будет лестницу переделать, потому что лестница мешает, по большому счету. Так, а вот мне еще вопрос, этот блок, который у нас посередине, он вообще, кажется, не... Мы его не за... Да, у нас он, блин, еще даже не апгрейден до второго уровня. Ай-яй-яй. Печально. Печально, прискорбно. Ладно, тогда, значит, тоже здесь надо тоже разобить, долбить. Да, надо будет, пока высохнет. Как высохнет, сразу сделаем. Окей, супер, замечательно. Основа у нас есть. Стержень у нас уже из цемента полностью, да. Из цементных блоков. Сталь, мне надо сталь. Кстати, мне надо сталь. У нас есть железо, потому что не сталь, железо. У нас, кажется, было железо где-то еще. Сколько у нас? 26 слитков мало, надо побольше чуть. Ну ладно, благо тут есть. Уже плавится железо. Дайте нам железо, друзья. Железо, железо. Объясню для чего. Сейчас покажу просто. Но двери мешаются. Вот это надо заапгрейдить. Отлично. И нам будет легче справляться от с открыванием двери. Вот так. Даже у нас хватило, да, сколько нам использовать слитков? 5 слитков, что ли? Да, 5 слитков, отлично. Окей, заберем там еще нас. Значит, таки готовы. Отлично. Что у нас здесь? Железо у нас тут, да? Ну тоже давай, это слиток железа бубенями здесь. Изготовить. Железо нам понадобится как воздух. Короче, быстренько побежу. Так, короче, здесь у нас. Все модификации разные для оружия, да. Ну, тут оружие, здесь у нас броня, которая у нас будет, да, на продажу. Тут жрачки я уже рассортировал, аптечки, цветочки. А, кстати, цветочки надо выложить, и они здесь не нужны, потому что мы их не нужны. Так, ну, здесь у нас минералы, доски, все остальное. Тут у нас чисто деталики всякие разные. Тут у нас будут инструменты, если у нас будут они такие разные, да, которых мы соберем. Ну а здесь всякая мелочевка, плюс бабосики, да, и семена, все остальное, чтобы это не мешалось в кучу одну. Отлично, вот. Так что по большому счету мы довольно-таки неплохо развились, и все у нас очень хорошо получается, друзья. Короче, так, дальше начал улучшаем полностью лестницу. Явно нам не хватит полностью улучшить ее. Ну, сколько сможем, столько улучшим. У нас там металл еще плавится, потому что, ну, это выглядит куда приятнее, да, согласитесь. Надо еще 5, 10, 20, 25, 35 слитков надо еще. Видите, сразу как легко заскакивает туда. А я тут что, железо не поставил крафтиться? Алло. Ну ты жопа. А, он уже скрафтил. 14, да? А, еще 14 осталось. Отлично. Так, камни. Ну, камни тоже еще надо было бы крафтить. А вообще надо, зачем нам камни крафтить? А что нам? Подожди. Нам ничего для камней не надо. Тут гильзы у нас, медь и латунь. Тут дробь, свинец и глина. Кстати. Свинец.
изготовить. Просто у нас есть мушкетон, походу, да? Он довольно-таки, блядь, нимбовая вещь, особенно против куч. Да, он, правда, он дробины, у нас получается урон дробины 10, а там у нас... Не, 10, это, то бишь, 130 урона дает он в общей сложности при нормальном попадании. Неплохо, неплохо. Отлично, довольно-таки неплохо. Ну, по сравнению с, конечно, этим, да, тут у нас 13 и 240, 10 патронов, но тут 66, это понятно. Так, эти вещи можно было бы потом продать, починить в первую очередь. Так, а, вот что я хотел сделать еще. Вот что я хотел сделать, друзья. Нам же надо сделать ремонтные комплекты. Вот, нам ремонтные наборы нужны. Блин, потратил я здесь железо, но что сделать? Без никак. Так, у нас есть 23, и нам надо 30 слишком. А, отлично, супер, как раз хватает. На что бы закончить полностью апгрейд нашей лестницы, по крайней мере здесь. Не будем сейчас подумать о том, что там у нас в подвале. Отлично. Заапгрейдили. Что? Как это так? Да еще 10 штучек, да? Бляха, муха, муха, бляха. Кстати. Мы чуть-чуть почетерим здесь сейчас. Я сейчас я объясню. Че я хочу. Бля. Серьезно? Почетерили, главное. Мне надо еще 10 штук этого свинца. Не свинца, а этого стали. Железо, блядь. А, тут как раз хватает нам. Это бля. Что я хочу сделать? Я просто хочу сейчас сделать. А я могу его заапгрейдить? Не, я не смогу его, надо железную дверь ставить, да? Так, чтобы не тратить ресики, булыжники, дом, вот, железная крышка люка. Изготовить. Потому что, блин, сейчас главное вот то, что единственное сейчас... Правильно, тут легко, да, тут видно, где разница, да, как ставить его. А вот с железными, блядь, это тут чуть поиначе это все выглядит, да. Ну, короче, смотрим. 8. Плохо, что не видно, как он на это реагирует. Ладно, разобьем. Блин, ну сейчас, короче, сейчас будет, кажется, походу, блин, косяк какой-нибудь. Давайте, знаешь что? Мне кажется, это было вот так. Отлично, да, все правильно. Замечательно. Значит, все хорошо получается. Значит, все схвачено. Значит, маленький кубик идет влево, значит, он будет открываться наверх. Так, смотрим. Да, вот так, да? Проверим. Да, отлично. Супер. Значит, нам надо встать вот так. Это раздолбать. Поворачиваем, да, маленький кубик. Блин, перевернул. Вот так. Да, замечательно. Очень радует, очень радует, хорошо. И здесь нам надо встать вот так. Кто-то идет в гости. Где тварь? Это группа. Патроны закончились. Сука. Отлично, отлично. Иди. Давай, ты тоже. Патрон закончились у мусорной пушки. Замечательно. А, этот доктор, что пусть идет, вообще на него насрать. Так, можем улучшить, да? А, замечательно. Значит, ассортимент идет. А, отлично. Так, можем сюда. Блять, у нас же бубок где-то здесь, да? Блоки у нас были вот здесь. Иди к папочке, так, 8.
сюда, отлично. Значит, надо сейчас еще сделать в нижней части, конечно, самое сложное. Ух ты, бля, 80, ну и просрал, да. Еще два укрепления могут быть, да? А, нет, тут все нормально. Пацаны, вы здесь? Блин, нам будет более опасно идти лутаться, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А я здесь, подруга, куда ты прыгаешь? А, короче, смотри, что мы сделаем. Блядь, ты какой живучий, Алена, брать, умри уже, ну. Опять я, блядь, все попиз... Ну, как так можно, блядь, дробашом, блядь, блоки поуничтожать, ну, что ж делать? Ой, что ж ты так? Торбашом блоки поуничтожал, блин. Ну как там? Ну бывает, ну что ж ты делать? Так, тут у нас песок. Так, цемент. Цемент, 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 цемент. Ой. Где у нас цемент? Вот у нас здесь цемент в этом. 340, нормально. Крафтится дальше. Окей. Погнали вниз. Починить то, что мы там наворотили. Отлично. И тут вообще сейчас можно вообще спокойно наверху заниматься своими делами. Ничего даже. Так, надо. Вон, ну я тоже вот сюда прострелил, блин, да? Но тут мы, короче, конечно, все это укрепим. В дальнейшем уже будут тут блоки у нас все. Но это в дальнейшем. Так. Что-то кому-то там, кого-то там лупасило. Короче, в идеал мы, короче, делаем так. Сейчас смотрите, как у нас опыт пойдет. Первые два ряда у нас. Ну, не, а мне, скорее всего, нам не хватит полностью. Вокруг два ряда сделать, ну, что делать. Сколько хватит, сколько хватит. Смотри, у нас опыт капает, да? Мы сейчас уже еще прокачаем, сейчас вот уровень будет еще один. Замечательно. Это у нас получается мокрый цемент. Так, маленького ему не забудем. Ладно, давайте хоть одну стенку сначала сделаем тогда. Потому что здесь очень много цемента надо полностью, мне кажется, чтобы это все сделать, около 5000 цемента надо, мне не помню точно. Не буду врать вам, друзья. Но много. Потому что получается, мы сейчас будем очень много заниматься добычей ресов, чтобы крафтить все эти вот эти материальчики. Цемент в первую очередь, да, нам надо будет камни, глина, песок, да. Ну, камни это я пойдем в шахту копаться, в нашу где-то там, на первоначальной базе, да. Здесь 10 000 опыта уже набрали. Не, строительство в этом плане, конечно, нам кажется, даже больше дается опыта, чем зомбарей. Потому что зомбарей, знаешь, не так их много. А вот опыт тут можно нормально хавать. Вот строя, да, 12 тысяч просто. Чтобы 12 тысяч тебе заработать, надо убрать, как минимум, блин, 15-20 зомбарей убить надо. Сколько тут у нас бетона, блядь, собралось? Я ничего не понял вообще. Был бы, конечно, гвоздометатель, вообще было бы это. Два раза быстрее это все происходило. Так, отлично, отлично, отлично. Работаем, 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 не отвлекаемся, работаем. Вот и все, цемент закончился. Ну, я скажу, неплохо, довольно-таки. Третью часть мы все забубенили. Короче, вот такие у нас делишки. Значит, здесь уже цементик у нас. Мы потом текстурки меньше перекрасим, все покрасим, будет всем по-другому и выглядит это все дело. Так что вот это ничего, но тут светло, все нормально, все отлично. Все рабочая зона, делайте работу, занимайтесь своими делами ночью, которые надо, там цементом, все остальное, здесь это добывайте. Но мне надо сейчас камни очень много, да, в связи с тем, что у нас нужен бетон, да, у нас тут 90 бетон. Ну, тут, конечно, еще крафтится очень много, это 26 минут, 27, ну, еще 1000 почти что, да, но... Я думаю, что на сегодня мы закончим наше прохождение этой игрушки на этой... Ну, блядь, не закончим прохождение, а просто закончим сегодняшнюю серию.
Я в офлайне полазю еще по шахте, там по дубы камни и все остальное и тому подобное и так далее. Так что большое вам спасибо, друзья, за ваш просмотр, за лайкосик, подписочку, конечно. Если есть какие-то советики по поводу этой игрушки, есть какие-то рекомендации или, не знаю, насчет химического стола, где-то мензурку можно найти, да, оставляйте комменты, пожалуйста, под этим видео. А на сегодня я с вами прощаюсь, друзья, всего вам доброго, пока-пока.